гамильтоновых циклах и гамильтоновых путях. Что такое гамильтонов цикл? Это путь, который заканчивается там же, где начался, и проходит по всем вершинам графа по одному разу. А вот гамильтонов путь не обязан кончиться там, где начался. Вот эту картинку еще немножко не дорисовал. Давайте ее дорисуем. Смотрите, что здесь нарисовано. Треугольник. Внутри треугольник. И вершина соединена с всеми тремя. Это тоже со всеми тремя. Замечательно. То есть фактически у нас здесь изображен полный граф на шести вершинах. Вот давайте еще добавим сюда точку и соединим ее с тремя вершинами внешнего вот этого треугольника. Точно так же добавим точку сюда и добавим точку сюда. Довольно большой граф. Я немножко криво нарисовал, но ничего. С точки зрения графов все равно они, конечно, если бы точно рисовать, они посередине пересеклись, но неважно. Вопрос. Можно ли обойти всю эту картинку, каждый раз переходя в соседнюю точку? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отлично. А цикл? То есть путь есть. Цикл бывает на этой картинке или нет? Вот это. Она на самом деле проще. Например, так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, что дальше? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20. Получилось? Вопрос тот же самый. Можно ли было сделать, чтобы 1 и 20 оказались бы рядом? Давайте пойдем сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. По-моему, я сумел. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну, тот же самый вопрос. Могли ли числа 1 и 11 оказаться рядом? Граф Петерсона – это пятиугольник, внутри которого пятиугольная звездочка и соответствующие точки соединения. Давайте ответим на тот же самый вопрос. Можно ли пройти по всем вершинам с помощью какого-то пути? Ну, давайте начинаем отсюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Не, неудобно, уже видно. Вообще-то вполне удобно. Просто надо идти сюда 7, сюда 8, вот сюда 9, и здесь написать 0. Представьте себе, что мы там в Англии, в Тугаре, где там любят, во Франции, где любят с нуля начинать. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все получилось. Хорошо. Но вопрос тот же самый. Можно ли сделать, чтобы 0 и 9 оказались соседями?
давайте теперь граф додекаэдр. Вы помните, что граф Петерсон получается, когда мы склеиваем противоположные вершины додекаэдра, а вот, собственно говоря, сам додекаэдр. В отличие от всех предыдущих картинок, здесь есть гамильтонов цикл. Давайте его нарисуем. Для этого надо просто стереть несколько из изображенных на рисунке ребер. Получилась вот такая штука. Так, это гамильтонов цикл.